Буква «Ф» в этом имени дает человеку брезгливость и недовольство. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Человек с этим именем наделен большой духовностью, стремлением к возвышенным чувствам, ко всему прекрасному. «В» значение буквы говорит о коммуникабельности, умении жить в гармонии с природой и людьми, но и о некоторой ленности. Имеет глубокие чувства, проявляет умение обращаться с деньгами. Для полноты реализации они должны понять свое предназначение, для чего нужно воспользоваться своей богатой интуицией, чтобы понять предуготованную им цель. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Часто в характере людей с буквой «О» в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Цифра 3 в нумерологии создана для этого имени. Индивидуальность определяет такие черты характера, как коммуникабельность и общительность. Крепкими орешками являются те, у кого есть в имени согласное «Ф». Увлечения чаще всего простираются в творческой сфере, так как обладатели буквы «В» в этом имени не склонны к подъемам по карьерной лестнице. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Обаяние и доля здорового авантюризма для владельца этого имени нередко позволяет им добиваться того, чего другие не могут достичь, несмотря на отчаянные усилия и упорный труд. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Для владельца этого имени качества характера могут проявляться и в отрицательном аспекте. Р – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. Бывает со склонностью к внутренней противоречивости мировоззрения. Например, имеет способность приврать, пустить в дело якобы необходимую ложь с самыми лучшими намерениями. К примеру, чтобы сделать людей счастливыми. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. У них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.